Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении нового пакета по безопасности для Украины стоимостью 250 миллионов вечно зеленых американских долларов. В частности, туда вошли компоненты для средств противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие. Об этом сообщило Министерство обороны США. Отмечается, что предоставленное вооружение и оборудование должны поддержать насущные потребности Украины. Так, в 54-й пакет военной помощи от Соединенных Штатов вошли дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем НАСАМС, зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и компоненты для систем ПВО, а также дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем «Хаймарс». Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Тяжелые противотанковые управляемые ракеты ТУ, противотанковые системы «Джавелин» и АТ-4. Более 15 миллионов патронов для стрелкового оружия и боеприпасы для устранения заграждений. Кроме того, Украине передадут запчасти, медицинское оборудование и другое вспомогательное оборудование. Поэтому, друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео. Нам нужно там набрать 4000 часов просмотров, так что у кого есть время, тот может посмотреть там пару роликов, за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол, чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале.